Ну а поки російські військовослужбовці на Донецькому напрямку побоюються ймовірного наступу, українців і скаржаться на погане харчування. Про це йдеться в черговому перехопленні телефонної розмови одного з окупантів, яке оприлюднила українська розвідка. Можемо послухати. Як у тебе діла? Так, Блін, тривога нам перевели, какой соседник, кроме на нас сейчас сходит, до 25 числа хотят нас выбить. И сейчас заново от этого, от американцев, если там осталось. Ага. Короче, тут техника сейчас начальник, днем едет, вот мы смотрим на них, пипец вообще. Ага. Не знаю, очень нас много не стара у нас. Командир, уже четвертый командир взвода, все меняется. Люди уйдут. Ага. На суде вообще уже не осталось. Так нечего, блядь, везде все обещает нам, какую-то хрену. Ну да. А, и есть нечего, да? Ну вот ты ему должна там передать и тушенку, и кашу, там все, вкусняшки какие-то там, ну не знаю, короче, что они там купят. Нам это еда, нам лук, чеснок нужен, самое главное. Я и написала, чеснок, сало и вот эти сосалки, все должно было, должно было. Да, а это каши, доширак только, нам каши не нужны. Я тут завис на такое говно, если кашу зажрать невозможно, наверное, полтора месяца жрём кашу. Да я поняла уже, Сергей.